В МИД Ирана прокомментировали ранее распространенные фото и видео иранских грузовиков, перевозящих товары в Нагорный Карабах, заявив, что данная информация является ложной. Как передает канал 13 со ссылкой на азербайджанские СМИ, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что источником всех новостей должны являться МИД Исламской Республики Иран и посольство Ирана в Азербайджане и Армении. Хатибзаде призвал СМИ обеих стран воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, отметив, что после 44-дневной войны между сторонами сложилась позитивная атмосфера. «Призываю всех использовать данную атмосферу для налаживания сотрудничества. Надеюсь, что стороны будут помогать друг другу в поддержании и выполнении достигнутых договоренностей. Хочу, чтобы СМИ обеих стран воздерживались от распространения неподтвержденной и ложной информации», – подчеркнул Хатибзаде. Ранее посольство Ирана в Баку опровергло распространенную в социальных сетях информацию о перевозке грузов грузовыми автомобилями Ирана в Карабах по Лачинскому коридору. В посольстве отметили, что согласно расследованию, проведенному официальными лицами Ирана, распространенные в социальных сетях кадры не соответствуют действительности, добавив, что в то время, когда отношения между двумя дружественными и братскими странами развиваются, группы, не желающие развития этих отношений, распространяют такую необоснованную и ложную информацию. Напомним, что на днях в соцсетях распространились кадры, на которых грузовые автомобили из Ирана через Армению везут помощь в Карабах. Отмечалось, что груз транспортируется через Армению по Лачинскому коридору на территории Азербайджана, которая находится под контролем российских миротворцев. Указывалось, что из Исламской Республики в Карабах незаконно вывозятся газ, бензин, стройматериалы, продукты питания и одежда. Также утверждалось, что в этих машинах переправляли большое количество наркотиков.